Здравствуйте, уважаемые гости моих каналов. Мы продолжаем рассматривать кратко понятия и термины с охоты, рыбалки, с хобби, сбыта. Термин 85-й – незачетный экземпляр. Это понятие используется к выловленной рыбе. Незачетный экземпляр – это рыба, меньшая по размеру, чем разрешена к вылову. Например, щука – это рыбка до 30-35 сантиметров. Это незачетный экземпляр. И если она не очень травмирована, то необходимо, то есть положено, ее отпустить. Только если ее поймал ребенок, и это его первая такая рыба, разрешается оставить, потому что может травмироваться ребенок. В разных областях, конечно, разные бывают требования к незачетному экземпляру. Например, в Астраханской области незачетный экземпляр щуки не 35 сантиметров, как я сказал ранее, а 37 сантиметров. То же самое незачетный экземпляр жереха и судака до 37 сантиметров. Притом для леща незачетный экземпляр до 24 сантиметров. Для сазана до 40 сантиметров. А вот сом незачетный экземпляр это 60 сантиметров и менее. Вобла до 17 сантиметров. Плотва и красноперка также. До 17 сантиметров. А вот чехонь и линь до 22 сантиметров. Раки, например, до 10 сантиметров. Все это незачетный экземпляр. Притом, например, в Астраханской области норма вылова за сутки на рыбалке не более 10 килограмм. А при длительной рыбалке не более 20 килограмм на человека. А вот в Ростовской области эта норма в два раза меньшая. И, как правило, во многих областях и республиках Российской Федерации эта норма такая. Это 5 килограмм на одного рыбака выловленной рыбы. При длительной рыбалке это количество может быть удвоено до 10 килограмм. Спасибо за внимание. Следующее понятие, 86-е. Облавливание. До свидания.